Уважаемые коллеги, наша фракция и партия будет руководствоваться следующими соображениями в новом году. Суть новой реальности определяется ключевыми событиями. Самое важное событие было президентские выборы, самая перспективная задача – войти в пятерку. Не случайно председатель начал свое выступление именно с этой мысли. Но темпы, которых мы добились в прошлом году, в три раза ниже крайне необходимых. Если мы в 19-м переломном году не обеспечим выход на мировые темпы, мы проваливаем послание президента и порождаем политический дефолт. Самые эффективные оказались народные и коллективные предприятия. Их более 200, мы обобщили их практику, они показали блестящие результаты. Но даже опыт и фильмы, которые подготовлены, не находят отражения на российском телевидении. Мы приглашаем вас, ведущие народные предприятия, Грудинину, Сумароку у Соли Сибирской, которая стала лучшим в стране, Казанкову в Мариэл и Богачеву на Ставропольский край. Я предлагаю провести там открытые занятия для того, чтобы определиться, что делать дальше. Самое мудрое и глубокое событие – это 200-летие со дня рождения Маркса. К нам приезжали все ведущие ученые и специалисты. Все они пришли к выводу о том, что в том форме, в которой развивается глобальный капитализм, дальнейшее ухудшение обстановки крайне неизбежно. Без социализации жизни выход из этого тупика невозможен. Самым ярким событием был мировой футбол. Команда средней руки, которая отмобилизовалась, показала приличный результат. Мы взяли с них пример, и наш мини-футбол стал лучшим в стране. Мы стали второй год подряд чемпионами высшей лиги и победителями Кубка Москвы. Мы предлагаем провести такие соревнования среди всех депутатских групп, готовы поучить, как это делается. За 15 лет создали 100 команд, и наш клуб спортивный сегодня является во многом образцовым. Самым искренним и душевным событием было столетие Ленинского комсомола. 10 тысяч гостей приезжали в страну, но самое удивительное, все они без исключения поддержали нас по Крыму и Севастополю, по Донбассу. Мы только к Новому году на Донбасс отправили 150 тысяч подарков, 76-й конвой Кашин отправил, а Коломейцев лично выезжал на Донбасс, отвезя от Ростовской области 48 тысяч подарков и проявил руку солидарности. Мы будем настаивать на том, чтобы Донецкая и Луганская республики были признаны, чтобы открыли ворота для того, чтобы получить паспорт российский. Все представители, которые дружны с нами, будь то украинцы, белорусы, все народы, которые формировали нашу могучую общую державу. Самым вероломным и циничным, на мой взгляд, была пенсионная реформа. Самое удивительное заключается в том, что, обратитесь к своим избирателям, за январь месяц повышение пенсии никто не получает 1000 рублей. Ведь всем обещали минимум 1000 рублей. Кому 400, кому 500, кому с хвостиком. Но даже и в этом правительство обмануло наших трудящихся. Самое угрожающее и наглое – это либеральный реванш. Попытка перетащить Ельцинский центр в Москву. Мы ее бойкотировали, уверяю вас, мы не пустим их сюда. Но либеральная свора, которая душила страну в 90-е годы, отмобилизовалась и сегодня пошла в атаку, прежде всего, в средствах массовой информации и финансово-экономической деятельности. Самым преступным и предательским был раскол православия на Украине. Это будет кровоточить многие годы, поэтому еще раз настаиваю на том, что мы дружно, энергично провели необходимые мероприятия. По инициативе нашей партии и фракции пройдет большой фестиваль и торжества. 18 января исполняется 365 лет Переяславской Рады. Мы проведем в Ростове выступления творческих коллективов, ведущих политиков и наших руководителей. Это будет проявление подлинной дружбы. Мы продолжаем активно поддерживать своих коллег
и патриотические движения в братской Украине. Считаю, что нам всем можно прибавить активно на этом направлении. Самая большая беда – это зимняя вишня, где в прошлом году спалили, как в крематории, в торговом центре 40 детей, но это повторилось и в Магнитогорске. За последние годы я специально сделал подборку, Рашкин своей командой помогли. Я вам разошлю все последние взрывы газов в жилых домах. 157 человек похоронили в собственной квартире. Ведь мы 3 года назад внесли вам предложение принять закон, по которому ввести регулирующую аппаратуру, которая в состоянии давать звуковой сигнал при утечке или даже перекрыть трубу. Надо было всего 120 миллиардов. Пожадничали, их не дали. А в результате страшная беда. Самая крупная афера – это алюминиевый бизнес Дерибаски. Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти заводы отдали в подчинение англосаксам. Это вообще сумасшедший дом. Мы должны расследовать это преступление, потому что это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности. Самое вызывающее наживо. Откройте, посмотрите, 10 олигархов увеличили за прошлый год состояние на 11%. 3 главных олигарха хапнули за один год 840 миллиардов рублей, больше, чем надо денег на все президентское послание в области образования или науки. Чего им не поделиться, чего не принять наши законы? Мы специально подготовили 12 законов для формирования бюджета развития. Этот бюджет уже в этом году может быть 25 триллионов и решать проблему. Надо разобраться со всем этим очень внимательным образом. Самая обнадеживающая встреча была Путина, Си Цзиньпина и Моди, когда в Бенос-Айресе они продемонстрировали волю сопротивляться американскому гегемонизму и НАТО. Я считаю, что мы укрепим эту позицию. Мы договорились с американцами, договорились с китайцами, подготовили меморандум на ближайшие годы. В ближайшие 3 месяца он будет подписан. Считаю исключительно выдающийся успех реформы Дэн Сяопина, 40 лет. Вы посмотрите, какой потрясающий результат. Почему нам не поучиться и съездить вместе посмотреть на это великое чудо? Они избавились от бедных. Их прожиточный минимум в 2 раза выше нашего. Самое важное перемирие мы впервые доказали в Сирии, что можно не так, как американцы уморили Милошевича, удушили Саддама, растерзали на дороге Муаммара Каддафи, а можно протянуть руку и бороться на дальних постах с преступностью и бандитами. Этот урок надо всем показывать и укреплять нашу безопасность. Самое крупное прозрение, вот говорили, Европа. Речь в том, что Европа впервые поняла, что новые поколения будут жить хуже предыдущих. И желтые жилеты – это только начало. Нам надо использовать этот исторический момент для укрепления своей социальной политики. Самый неожиданный диалог Кореи. Начинали с возможной драки, а закончили строительством железнодорожного моста. Нам надо учиться проявлять волю в нужный момент, тогда к нам будут прислушиваться. И самое грозное и тревожное – слом системы международной безопасности, которая формировалась почти 50 лет. Мы в новой реальности. Самое нарастающее противостояние – это США и мир, и США и Китай. И в данном случае нам не ошибиться в своей политике. А здесь заговорили о Курилах. Те, кто предлагает сдать Курилы, не просто провокаторы. Те законченные мерзавцы, которые рушат всю политику Путину. И сейчас мы должны все проявить волю и характер. Это вопрос принципа. Самая наглая расправа – это расправа над Бессоновым. 3 года и 25 лет поражения в правах. Я положил при встрече Путину на стол, он поручил Чайке разобраться. Я благодарю Жириновского и Миронова, что поддержали мою инициативу. Я надеюсь, Индиверова откликнется в конце концов. Самая массовая информационная атака – откровенный бандитизм против Левченко и Иркутской области. Иркутская область вошла в последнее время в десятку самых энергичных. Иркутская область показывает темпы, которые требует президент. Иркутская область показывает борьбу с олигархией и всякими мерзавцами. Вместо этого, добавьте 1 минуту, 71 сюжет, 71, 2,5 часа перед новогодними передачами о медвежьей болезни.
Ни одного слова ни о Усолье Сибирском, ни одного слова о опыте, ни одного слова о том, что сформирована впервые пятилетка, она поддержана здесь на слушаниях, впервые поддержана всеми отделами торгово-промышленной палаты. Нашли тему для того, чтобы ее отыграли еще в сентябре, когда начинались выборы. И самое позорное решение, которое приняли, это отказ детям войны и отказ детям получить стакан молока. Мы это внесем в первую очередь. И самые грязные выборы, которые можно было придумать, были в Хакасии и Приморье. Заканчивать надо с порогами. Надо бороться реально и бороться с реальными программами. Мы готовы к этому. Мы услышали обращение Путина. Он с большой тревогой говорил о необходимости общего дела и консолидации. Патриарх Кирилл говорил о солидарности и необходимости решения насущных проблем. Мы будем над этим бороться и работать в текущем году. Но я хотел, чтобы «Единая Россия» прислушалась и к нашим просьбам. Я 10 раз выступал по некоторым вопросам, вы даже это не зафиксировали в своих планах.